Ярким и красочным шоу стартовал накануне в Минске 6-й рождественский международный хоккейный турнир на приз президента Беларуси. Соревнования давно окрестили неофициальным чемпионатом мира среди любителей, и сыграть под Рождество в белорусской столице стало для многих делом престижа. В стартовый день турнира сборная Украины в тяжелейшем поединке все же победила Словакию 7-6. Россияне разгромили финнов 11-6. Германия в ничью сыграла с Канадой 3-3, а действующий обладатель трофея команда главы белорусского государства нокаутировала Швейцарию 10-3. Играть с командой президента – большая честь. С задачей минимум пропустить не больше 10 шайб мы справились. Планировали сами забить 5, но смогли только 3. В любом случае, впереди еще 2 матча. Хотим обыграть и Словакию, и Украину. Я считаю, что это один из сильнейших турниров среди любителей. Здесь еще в Москве проводится, и за границей есть серия турниров любительских. Ну, это один из элитнейших, я могу сказать, потому что команда «Газпрома» приезжает только на турниры, где уровень хоккея очень высокий.